Всем доброго времени суток. Сегодня у нас на обзоре Fiat Albea 2011 года с двигателем 1,4 литра. Автомобиль полностью в родном окрасе. Технически, так и по кузову, автомобиль в хорошем состоянии. Никаких вложений не требует. Давайте пробежимся по салону. Здесь вы можете видеть светлый, опрятный, чистый салон. Все у нас в хорошем состоянии. Спереди у нас все так же выглядит очень даже аккуратно. Никаких затертостей нет. Комплектация у нас базовая. Имеется музыка. Двигатель сейчас запущен, работает ровно. Если вас заинтересовал данный автомобиль, приезжайте к нам в автосалон на Песочную 48, автосалон столица. Автомобиль можно приобрести по системе трейд-ин, в кредит, либо же за наличный расчет. А на этом я с вами прощаюсь. Всем хорошего настроения. До свидания.